Короче, недавно я ходила в джоб-центр для того, чтобы наконец-то узнать, что я могу делать со своим дипломом. И моя цель была получить направление на ДП-2. Я узнала очень много новой информации, которой с вами хочу поделиться. Вообще, я поднимаюсь на такую высокую гору, вон туда, поэтому... Я уже подустала, и вообще я в режиме бежания, опять бегу куда-то. Так что да, сори за отдышку. Итак, первое, о чем я хочу рассказать, это о том, что если вы становитесь на Arbeit Suchen, короче, те, кто ищут работу, тогда вы подписываете специальные бумаги, и после этих бумаг вы уже можете получить до 2000 евро какой-то помощи. Короче, какая эта помощь вообще идет? Это, допустим, перевод ваших дипломов, походы на курсы, какие-то, я не знаю, квалификация, подтверждение, возможно. И плюс они еще могут вам вернуть какую-то стоимость за проезд, если вы будете уже ходить на работу. Я об этом не знала. Поэтому меня это, в принципе, порадовало. Плюс, что хорошо, то, что, например, диплом, перевод, они делают у себя, и это намного быстрее, потому что у них есть уже люди, которые будут переводить. И что еще важно, это то, что они дают контакты людей, к которым можно обратиться насчет подтверждения самого диплома. Так что я буду пытаться это сделать. Единственное, что теперь нужно... постоянно говорить, что я поехал туда, сюда, не могу к вам прийти, и постоянно к ним ходить, чтобы потом в итоге получить работу. Короче, да, теперь я постоянно буду привязана, так сказать, к джоб-центру. Но так как они мне ничего не платят, мне кажется, это не так будет строго. Плюс я мама в декрете, но все равно сказали... постоянно говорить, когда ты не можешь прийти, постоянно с ними коммуницировать. Еще помимо того, что я буду подаваться на вот это все подтверждение диплома, я подаю документы в университет, потому что есть такая программа, если ты уже учитель, то ты можешь пойти год учиться в университете, специальная программа, ты там... прокачиваешь свой уровень языка до C1, тебя учат правильно общаться с детьми, там практика и все остальное. И я пытаюсь подать документы туда, надеюсь, меня возьмут. Если же меня туда не возьмут и вообще не подтвердят мой диплом учителя, я уже решила, что я не сильно расстроюсь. Во-первых, я мама в декрете, у меня еще полно времени. Во-вторых, я найду себе совершенно другую вообще профессию, что-то связанное с рекламой, потом с пиаром, может быть, вообще с видео, и пойду вообще в другую стезю, вообще начну другим заниматься, найду у себя учебу в этой области. Но жизнь такая непредсказуемая, не буду заранее ничего говорить. Посмотрим, как оно пойдет, так оно и пойдет. Главное все это успевать, главное, чтобы... вообще приняли документы, чтобы сказали, что у меня хоть что-то есть, чтобы это все было быстрее и проще, потому что в Германии тоже ко всему придираются, вот должен быть там идеально немецкий, там такие баллы, того недостаточно, там какие-то курсы пройдите и всякое такое. Поэтому, надеюсь, все у меня прокатит. Я впервые собралась ехать на автобусе до поезда. Посмотрим, что с этого получится. Надеюсь, автобус. Я жду Тину. Она должна сейчас приехать. И что мне не нравится, заметила в побольших городах, то что постоянно какие-то тут, не знаю, бомжи, если так можно сказать. И не постоянно сказывают себе кучу вещей. Сейчас я вам покажу. Вот, например. Например, это выглядит вот так не очень привлекательно на фоне всей вот этой красоты. С
снять вас такую красивую? Да, я на видео снимаю. Но подожди, надо Dutton Shoes взять. Так, подтвердите, что вы готовы сниматься и попасть, возможно, на YouTube. Пожалуйста, это очень платно. Очень дорого. Очень дорого? Так, расскажите вам впечатление. Пока что мы ничего не пробовали. Но главное, что тут нету мух. Хорошо, хорошо. Вот, сидим, кушаем. Нам наконец-то пришел заказ от H&M. Детские вещи купила по скидкам. В общем, сейчас будем с вами раскрывать и смотреть. Хотела вам показать заказ с H&M, который мне пришел, потому что там скидки, и я решила заказать малому пару вещей, и также я офлайн покупала. В общем, заказала я вот такую вот курточку, собственно, я курточку и искала, потому что она по скидке стоила всего лишь 10 евро. Это такой как дождевик, но думаю, в принципе, на холодную погоду под что-то теплое подойдет. Потому что в Германии, в принципе, зимой тепло. Потом купила вот такой был набор. Тут два бодика вот таких вот красивых. В общем, тоже решила взять. И это 86 размер, потому что он уже носит бодики 86 размера. Они чуть великоваты, но так, свободненько. Не прям впритык. Потом купила вот такой набор. Были вот такие штаны. И вот такого еще цвета, тоже стоили совсем недорого, поэтому решила взять. И взяла вот такие еще необычные одни, с таким вот красивым рисуночком. Стоили что-то 4 евро. В общем, очень выгодно, поэтому обратите внимание на скидки в H&M. Там иногда пополняются товары, так что регулярно смотрите в приложении. И находите вот такие недорогие и полезные вещи для ребенка. Всем доброе утро! Мы начинаем этот влог с того, что с самого утра я бежала на автобус. И все люди вокруг думали, почему же этот человек так рано вообще бежит, куда-то бежит, на работу не опаздывает. Куда он вообще? А бежала я на маникюр, потому что посмотрите, что с этими ногтями. Это просто кошмар. Поэтому сейчас мы покушаем. Сейчас вам покажу, что мы вообще кушаем. Так, мы пришли, пьем капучино. И тут уже доедаем бутербродик, потому что утром не было времени покушать. Короче, да, сидим, ждем, когда придет время маникюра. Просто моя везучесть. Вчера я пошла в школу и не смогла там записаться на курсы, потому что было закрыто. Сегодня я пошла на маникюр, и что вы думаете? Я забыла записать двоих человек. Я просто записала одного и передала, так сказать, свое место, или не свое, уже не знаю, на маникюр. Поэтому я без маникюра до пятницы. Это прям кошмар какой-то. Реально, зато вон красивые пальчики хоть у кого-то. Итак, всем привет. Мне наконец-то пришел заказ из Sensei. Потому что там скидки наконец-то начались, и я заказала вещи, получается, которые обустраивают уже детскую комнату, хочется чем-то красивеньким. Конечно, ребенку это еще совсем не надо, но мне хотелось бы сделать комнату именно детской, поэтому давайте посмотрим, что я заказала. Итак, в такой огромной коробке пришел заказ. Здесь я заказала вот такой вот короб. Я думала, он будет чуть-чуть побольше, но он оказался совсем маленьким. Туда планируются ложиться маленькие игрушечки. Но сам вот этот рисунок мне очень понравился. И такое тоже приятненькое. Знаете, как ковер. Раньше как ковры были. Вот такое качество. Потом заказала не для комнаты, вообще курточку. Стоила всего лишь 7 евро. Тут у нас флис. Стоит что-то на годик где-то. Так что да, надеюсь, что она ему как раз подойдет, когда наступит такая погода. Так, дальше я заказала. Там была вот такая подушка. Все в одном стиле. И
вот такое одеялко, прям одеялище, оно очень огромное, хотя на картинке кажется маленьким. В общем, пока что заказала такие вещи. Из этой же серии мне понравились еще пару вещей. Возможно, я их закажу попозже, посмотрим. Не знаю, они нужны мне или нет. Там очень прикольная латерна такая есть. И потом вешать на стену там, чтобы слаживать тоже всякие вещи. В общем, мне очень понравилось. Я решила заказать пока что вот такой наборчик. Но, да, постепенно буду докупать еще. Возможно, эта коллекция еще будет, и я успею все купить. Если нет, то придется докупать что-то уже по ходу дела из других серий, но чтобы подходило под вот эти мотивы. Так, мне наконец-то пришли посылки с ДМ. И вот еще нам был пришел на днях ковер. Уставший ребенок, в общем, вот такой ковер пришел. Он просто огромный, офигенный, малой на нем. Он сейчас отдыхает, но вообще на нем ползает. Там машинка играет. Короче, сейчас будем с вами делать быструю распаковку. На этот раз очень долго шел заказ. Это прям ужас какой-то был. Первое, что я заказала, это вот такие вот салфетки. Вот так вот они выглядят вживую. В принципе, они мне нравятся. Адекватная цена. Я заказала вот такие реально огромный уже набор, чтобы не бегать в магазин за этими салфетками. Так, в другой коробке у нас вот такой вот набор. Здесь заказала Штиль энд Лагом. Обычно я беру вот такие от Росмана. Они мне очень нравятся. Тут решила взять вот эти. В принципе, по-моему, я их уже пробовала. По-моему, они тоже нормальные. Огромный набор я уже взяла. Потом переходим. Взяла смесь для малого. Вот эту. В принципе, она ему нравится. И решила взять вот такую кашку уже попробовать. Я просто скупаю все каши. Пытаюсь найти то, что будет нравиться ребенку. Так, помимо каш, еще здесь я заказала вот еду. Сейчас покажу вам. Заказала вот такие шпагетти. Просто решила на пробу посмотреть, что ребенку будет нравиться. И потом заказала я вот такие от Хип. Это тоже мини-паста с рыбой. И вот такое было тоже картошка с морковкой и с лаксом, с красной рыбой. Взяла вот такие вот памперсы. Они мне нравятся, они очень простые, но при этом недорогие. И еще очень хорошо держат именно ночью, когда ребенок спит, что не надо постоянно менять, и только утром можно, в принципе, памперс менять. Так, потом взяла для дома вот такой, боже, огромный просто этот гель. Я думала, он будет поменьше. Это для пятен, пятновыводитель, так сказать. Ребенок тоже делает распаковку вместе с вами. Так, потом я заказала тоже, ой, огромный, вот это огромное такое, ничего себе, думала, будет поменьше. Стоило очень дешево, в принципе. Так, потом заказала я еще вот такие, как они, pots называются. Люблю такое. И что у меня тут еще? А, еще такие у меня. Это я вообще не помню, что заказывала. Ну ладно. В общем, короче, может, какая-то акция у них была. В общем, заказала я вот такой вот набор. Шел только зараза долго. Ты устал. Ты устал, малыш мой. Помахай ручкой. Хорошенький мой.